Соберемся вместе за 50 секунд и пойдем в библиотеку учиться и работать, потому что я уже устала сидеть дома. Я отчаянно ухожу от черного цвета, именно поэтому выбираю серую юбку, более классическую майку и свитер. На самом деле он очень теплый, хотя, наверное, таким не выглядит. Дальше выбираем украшения. Каждое украшение для меня очень много значит. Вот это, например, из переплавленных колец, я его вообще не снимаю. Это мне подарили, привезли из важного для меня города. Кольца вообще отдельная тема, они как обереги для меня, вот эти два. Одно я купила сложный этап в своей жизни, второе меня охраняет. А вот эти два кольца я купила вместе со своей подругой, тоже в знак того, что она всегда рядом со мной. Итак, дальше что нам нужно? Нам нужно утеплиться, колготочки, обувочка, одеваемся очень аккуратненько. Вообще у меня зрение -5.5, но я ношу линзы. Эти очки я надеваю только когда работаю с компьютером. Я решила их взять с собой, потому что буду очень много как раз-таки делать задач на компьютере. Беру свою тетрадку и отправляюсь в библиотеку.